Электричества у нас здесь нет. Зажигаем спичками. Всем привет, привет. Всем здравствуйте. Хочу пожарить рыбу и сварить рассольник. А у нас здесь нет розетки, поэтому теперь газ зажигается розетки, только. Да. Забываем, блин, включу, чиркаю, чиркаю никак. Вот такая рыбка, вот окуньки. Сейчас пожарим. Вспомним деревню. Прошлую жизнь. И папку нашего. Я, наверное, сюда насильно поставлю. Жарить? Да. Вот, ты тут уже мясо сварила? Да, мясо сварила. Вот сейчас бульон закипит. Я кину картошку. Еще не чистила, почищу. А рассольник у нас готовый в банках. И все, зажарку сделаю, и все, и будет готов. Рассольник буквально полчаса и готов. Вот такой очень, у нас сегодня будет ужин. Очень удобно. Так как рассольник, так и борщ на зиму делают тоже. Ну, сделаем эту осень, если... Если капуста уродится. Если все уродится. Да, вот я 5 банок всего лишь делала этого, или 6 рассольника. Ну вот мы третью только достали. Угу, и одну Оксане я давала. Ну, значит, осталось еще парочка. Ну, как раз. Кипит, а картошки еще нет. Мэгги хочет на улицу. Пошли. Она каждые 5 минут хочет. Беги, по досточкам беги. Все равно бежит не по доскам, а? Тут Серик у нас, видите? Чего ты хочешь зайти? Слази, вон он, видишь, наверху где? Тебя продует. Слази. Куда слази? Он сейчас слезет. Ира, ну заболеешь. Не заболею. Слази давай. Чего такое? Слази? Чего ты там уселся? Вон как у нас дым фигарит с печки. Видите? Печечка как топится. Пойду, а то и так болею, то выскакиваю. Хочу выманить его оттуда рыбкой. Ага. Ты чё? Унюхал. На. Скажи, почисти и пожарь. Спрыгивай. Не, он не спрыгнет, боится. Спрыгнет вон туда, на окно. Смотри, какая сажа летит, да? Ага, печка вон как, потому что шурует. О-о-о. Иди сюда, вот Васька ужас. Сюда прыгает. Не-не, слазит. На. Он сейчас домой забежит. Я ему забежу. Забежу. Мы сейчас не пускаем их, грязь же, не успеваем, блин. Все затаптывают. Давай, Мэгги, домой, пошли лапы мыть, быстро домой. Всем привет-привет еще раз. Что это какая-то лохмота. Ой, замерзла. Я буду резать лук. Вот этот фарш буду заправлять на котлеты. Мама режет картошку для рассольника. И вот в банке рассольник. Покажи мне. Ближе к нему. Вот рассольник. Там все заправлено. Томаты, огурцы, все там. Только зелень положу и все. Вуаля, я могу сказать. Это твое излюбленное. Твои реплики. Да-да. Уже все у меня и на работе, уже все говорят. И вуаля. Я только могу сказать, и будет нам счастье. Условий никаких, спартанских условиях работаем. Воду нам тоже, где мойка отключили, мойку мы убрали. Вообще там нет теперь. Теперь кран только либо в туалете, либо в этой, в котельной. Все мою в котельной над ванной. Очень неудобно, но куда деваться, привыкнем. Тут не так уж долго. Мы надеемся, конечно. Да, надеемся. Ну, дней 10 потерпим. Вчера натопили жарище было, а сегодня холодно. Я
Например, прям замерзла, не могу согреться. А вчера копчик открывали. Да, вчера очень жарко было почему-то. Вот нарезала картошку, пойду помою, заброшу уже в бульон. Бульон кипит у меня. А мне сюда что, яйцо и крахмал еще положить? Ну да. А, и чеснок, да? Перец, яйцо, чеснок. А зачем и крахмал, и яйцо? Крахмал же и так справляет. Нет, яйцо все равно нужно. Да? Чуть-чуть ну, не знаю, а я не ложила яйца, когда делала. Чеснок пойду принесу. Сейчас почистим. Сколько? Ну, губочка 4, 5, наверное. Да, 5, наверное, почищу. Они не такие уж крупные. Завтра уже 1 апреля. Никому не верю. Ха-ха-ха. Вот и все. Прошла зима. И полвесны уже. А весной что-то чуть-чуть попахло, и все, и опять холодрыга. Все говорят, смотрю, везде выпал снег. Полоса, видать, прошла, начиная Белоруссия, Краснодар и Питер. Все писали, что у них везде был снег. Так что у нас еще это не очень сильно. Все в разных местах теперь лежит, блин. Вот сейчас надо искать, где-то чеснокодавилка теперь. То ли мама ее вытащила с ящика, то ли вон там ящики заставлены, не знаю. Ой, выкинула. Все, фарш я хочу приготовить, а котлеты будем жарить завтра. Вернее, мама будет жарить завтра, я на работе. Был уже готовый фарш. Пошла искать. Нашла. Все, выдавливаем чесночок. Так уже думала, что сегодня с новой мельничкой буду работать. Нифига не вышло. Кстати, мне до сих пор еще не дали ответ. Почему? Ну, меня прям так заверили, что возвраты делаются, что ничего страшного. Все, сейчас добавляю крахмал, яйцо, соль, перец и вуаля. Тем временем здесь уже мама дожаривает рыбу. Вот наш рассольничек. Тут все, видите, морковка. И помидорки, там все есть. Так, а я ищу крахмал. Специи, значит, говоришь, да? Да, на диване специи. Ну вот, смотрите. Соль, перец, крахмал, яйцо, лук, чеснок. Все, сейчас перемешаю и готово, и уберу в холодильник. Я тут заказ собираю клиентки. Хочу показать вам, смотрите, вот такие вот кондиционеры для белья. Эпион и золотая органа. Потом вот средство для мытья посуды. Потом вот новинка вышла, гель для душа. И вот такой вот спрей. Очень интересные у них ароматы такие. Потом крем дневной, ночной. 1500 вот эти два крема стоит. Зубная паста 750 тенге. А вот этот набор, кстати, стоит 1400. Для мытья посуды стоит 900 тенге. А кондиционеры тоже, по-моему, 900 тенге стоят. Да, 900 тенге, ага. И вот такие вот ароматы она заказала. Вот эти вот две по 4000. Вот Beauty Cafe Caprice, которыми я пользуюсь. Очень нравится мне этот аромат, вот этот вот более розовый. А вот этот вот желтый я еще не пробовала, не знаю. А вот эти вот духи Мурмур, так это у меня постоянно, почти в каждом заказе
заказывают их. Они очень сладенькие. Стоит вот эта вот коробочка 30 миллилитров 2000. Это я так просто вам ради рекламки рассказываю, чтобы вы представление имели, какие цены Faberlic. Вот такие вот освежители воздуха 650 тенге. Тоже очень хорошие, очень нравятся мне. Вот сейчас все это соберу, понесу на работу. Женщина на работе у меня сделала вот такой вот заказик. Ну и давненько вам не показывала наших рыжиков. Вот они уже как подросли. Получается, у нас кошечку и одного рыжика уже попросили. Еще два в свободном доступе, ждут своих хозяев. Присмотритесь, может, кому-то нужен рыженький котенок. Рыжие мальчики, а это девочка. Припевочка. Залазь, залазь, мамаша. Ящик мы ему уже сделали побольше. Вообще они стоят у нас в туалете на теплом полу, потому что здесь же кошки и собаки, она нервничает, всех шиздит. Это я сейчас вынесла, чтобы показать вам сюда. А так вообще они у нас стоят там на теплом полу. Пока еще не расползаются, но скоро уже будут гулять по квартире. Да, Сентябринка? Хорошие детки у тебя. Хорошие детки у тебя. Детки-конфетки. Вот. Мастер сегодня так и не прошел. Наша страшная кухня. Вот здесь у нас раньше была печка. Видите, вот там мы наверху дымоход закрывали. Вот. Надеюсь, скоро будет у нас красота здесь. Пока как-то так. Ну все, у нас готов ужин, мы будем ужинать. Вам спасибо за просмотры. Пишите нам комментарии, да, Сентябринка? Пишите нам комментарии, ставьте нам лайки и бронируйте наших рыжиков. Всем пока-пока!